Добро пожаловать на YouTube-канал «Вязание крючком». Меня зовут Анастасия Зайцева. И сегодня я покажу мастер-класс, как связать вот такой красивый цветок крючком. Использовать его можно по-разному. Можно связать целые изделия из таких цветочков, соединив их между собой. Можно использовать для того, чтобы украсить какое-то швейное изделие этими цветами. Сделать из него брелочек или украшение для волос, даже браслет, кольцо, чокер, все что угодно можно придумать, тем более цветочная тема сейчас в тренде. Вяжется этот цветок очень легко и просто. Сейчас подробно покажу, как именно. Берем пряжу, которая вам нравится, и берем крючок чуть меньше по размеру, чем крючок, рекомендованный производителем пряжи. Хвостик располагаем к себе, достаточно длинный для того, чтобы нам удобно было потом, например, пришить цветочек, если мы хотим его пришить. Делаем кольцо амигуруми. Вот таким образом. Нам это кольцо потом будет удобно сомкнуть и сделать сердцевинку цветка плотной. Дальше вяжем первый лепесток. Делаем 5 воздушных петель. Вводим крючок в кольцо амигуруми и провязываем один столбик без накида. Дальше начинаем вязать второй лепесток. Опять делаем 5 воздушных петель и один столбик без накида в кольцо амигуруми. Повторяем это действие 5 раз. У нас 5 лепестков. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Кольцо амигуруми. Столбик без накида. Опять 5 воздушных петель. И в кольцо амигуруми столбик без накида. Очень детально показываю, чтобы вам было все видно и понятно. И последний 5-й лепесток. 5 воздушных петель. И в кольцо амигуруми столбик без накида. Вот такая заготовочка для цветка. Теперь за хвостик мы немного подтягиваем, замыкая кольцо амигуруми, делая его более плотным. Дальше вяжем второй ряд. Вводим крючок в первую петельку, захватываем рабочую нить и провязываем один столбик без накида. Дальше делаем накид, вводим крючок под цепочку с 5 воздушных петель предыдущего ряда. На крючке у нас 3 петельки. Мы провязываем полустолбик. Захватываем рабочую нить и через все 3 петельки протягиваем рабочую нить. Теперь мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид, захватываем рабочую нить. На крючке 3 петли. Захватываем рабочую нить. Первые 2 петельки провязываем вместе. На крючке 2 петли. Снова захватываем рабочую нить и опять протягиваем через 2 петельки на крючке. Точно так же вяжем следующий столбик с одним накидом. Таких столбиков у нас будет 3. Теперь делаем накид и провязываем полустолбик. Через все 3 петельки протягиваем рабочую нить. И еще один столбик без накида. Вот у нас первый лепесток сформировался. Переходим к формированию второго лепестка под соседнюю арку. Из 5 воздушных петель вводим крючок и провязываем столбик без накида. Дальше делаем накид, провязываем один полустолбик. Дальше провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2. 3. Затем опять полустолбик и столбик без накида.
У нас сформировался второй лепесток. Теперь переходим к третьему лепестку. И опять столбик без накида. Один полустолбик. Три столбика с одним накидом. Один, два, три. Один полустолбик с накидом. И один столбик без накида. Третий лепесток сформировался. Переходим к вязанию четвертого. Столбик без накида, полустолбик, три столбика с одним накидом. Полустолбик с одним накидом и столбик без накида. Осталось связать последний, пятый лепесток. Точно так же, как предыдущие четыре, мы его провязываем. Полустолбик и столбик без накида. Теперь вот сюда делаем соединительную петельку и вытягиваем рабочую нить, достаточно длинную. Отрезаем ниточку, убираем рабочую нить. Теперь вот эту ниточку мы продеваем через сердцевинку на изнаночную сторону цветочка. Лицевая сторона, вот изнаночная. И за ниточку от кольца амигуруми мы тянем поплотнее. И эти две ниточки мы между собой завязываем, для того, чтобы наше кольцо амигуруми не увеличивалось в размере, а было плотненьким. Все, теперь расправляем наш цветочек. Вот такой красивый он получается. Ниточки можно либо спрятать иголкой вязания немного и отрезать, либо ими пришить наш цветочек на то место, где мы хотим его разместить. Благодарю за то, что смотрите мои мастер-классы. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Здесь очень много полезных видео про вязание крючком.